Натуральные жиросжигатели. Грейпфрут при регулярном использовании от 150 грамм в день способен в среднем снизить вес человека на 2 килограмма за 2 недели. Зеленый чай. Азиатские диетологи советуют выпивать в день 4 чашки зеленого чая. Это даст наибольший эффект для сжигания жиров. Острая пища, в основном приправы. Черный молотый перец, перец пепперони, горчица, хрен. Например, перец чили, в котором содержится вещество капсаицин, растапливает лишние калории в течение 20 минут после окончания еды. Нежирные молочные продукты увеличивают производство гормона кальцитриола, который заставляет клетки сжигать больше жира. Корица. Одна чайная ложка в день снижает уровень сахара в крови и предупреждает трансформацию избыточных углеводов в жиры. Вода. Недостаточное ее употребление негативно сказывается на избавлении от лишних килограммов. Белковая пища. Для усвоения белков тратится больше калорий, чем для усвоения жиров и углеводов. В результате лишние жиры сжигаются. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!